Деятельность предпринимателей как в сфере торговли, так же и в предоставлении бытовых услуг очень велика в нашем городе. В канун профессионального праздника Дня российского предпринимательства глава города Андрей Шубин пригласил в общественную приемную предпринимателей, которые не только оказывают десногорцам различные услуги, но и активно участвуют в общественной жизни города. За вклад в развитие муниципального образования города Десногорск Смоленской области, общественную и благотворительную деятельность, оказание помощи муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования города Десногорск Смоленской области и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства наградить благодарственное письмо главы муниципального образования города Десногорск Смоленской области следующие субъекты малого предпринимательства города Десногорск. Каждому предпринимателю Андрей Николаевич вручил благодарственное письмо. Завершилось собрание чаепитием. Глава попросил гостей задавать ему вопросы, и он на все ответил. Особенно Андрей Николаевич заострил внимание на взаимное сотрудничество в общественной жизни нашего города.